Добрый день, здравствуйте. Приветствую вас на своем канале «Мотоциклы для взрослых». У нас сегодня очередной репортаж двух колес про вот этот маленький скрэмблер. Маленький, да очень удаленький скрэмблер. Вот на самом деле по количеству эмоций, которые он дает наезднику, наверное, это, скажем так, топ-2023, так скажем. Причем я вот смотрим на экран, такие красивые всякие заставочки, такие опа, мультипликационные. Вот, смотрим на экран, посмотрели, вот он показывает нам все. То есть это полноценный мотоцикл с большой буквы М. То есть это не какая-то там усеченная, кастрированная версия, еще что-то. Это прям полноценный мотоцикл. Они, по-моему, в 15-м году сделали первый, а, по-моему, в 23-м мы сделали рестайл. Вот это супер последний рестайл, мотоцикл 23-го года, после того, как мы его модифицировали. Вот послушайте звук. Вот прям, наверное, сейчас должно хорошо быть слышно. И теперь едем. Вот ты просто трогаешься, как нормальный человек. Не как, знаете, убийца в поисках жертвы, а просто как вот обычный нормальный человек, который хочет покататься на мотоцикле. Вот, ну, он хочет покататься просто в свое удовольствие. То есть, как я это уже и говорил, что мотик этот не под цель, то есть не доехать, не обогнать, не переехать, пробраться там. Условно, не для путешествий, не для трека, он просто для получения удовольствия. То есть, вот сейчас мы в центре Москвы, но это старый центр, и вот этот вот как раз весь этот стиль, как мне кажется, он вот для этого, для того, чтобы проехаться спокойно по центральным улочкам, что мы сейчас, собственно, и делаем. Насладиться свежим воздухом, какими-то видами. Вот слева у нас сейчас дальше будет дорога на этот самый, на большой фудкорт на территории этого молла, как я все время забываю, молл-депо. Вот послушайте. Шикарно. А вот мы вниз с квикшифтером переключаемся. Вот эти прострелы. То есть, ну, антураж, конечно, потрясающий. Вот он. Причем никто не прыгает с пешеходного перехода со словами: эти мотоциклисты вообще задолбали. Непонятно, чего от них ждать. Это как бы мотоцикл крайне дружелюбный. Вот, ну, я на нем еду, он прекрасно рулится. Ну, просто вот сейчас сделаем кружок. То есть, по большому счету, ну, то есть, мне-то надо поесть, но хочется сделать кружок просто потому, что хочется. Можно вот так притормозить просто одним пальчиком. Информативность, эффективность, красота. Здесь красненькие Брембо стоят под нормальные колодки. Бам-бам-бам-бам. Слышно, да? Ну вот прям шикарно. Наверное, слово «шикарно» — это как раз его можно повторять много раз, и оно максимально правильно и подробно описывает эту технику. Вот, причем момент вот еще какой. Это 800, как я и говорил, клиентская. Вот, есть еще 400-ки, я, честно говоря, не знаю, не пробовал, но вот я пробовал вот эту 800-ку и 1100. И в свое время, как бы перед покупкой 1100, я посматривал там значимых для меня иностранных блогеров, у которых мнение с моим совпадает. Вот, и один из них говорит: вот, ребята, как бы вот эта вот 800-ка, она максимально такая, в английском есть такое слово playful, ну, то есть, как бы в русском, не знаю, какой эквивалент. А, какой звук, а? Вот, в русском нет такого полного эквивалента, но, наверное, playful – это играбельное, вот так вот, ну, дурацкое слово, играбельное, да.
И 800-ка максимально играбельная, а 1100 это уже как бы, ну, как бы мотоцикл такой полноценный, и в нем вот этого playful сильно меньше. И я такой, да ладно, там, чувак, ну, как бы, вообще класс. Причем раньше у меня с ним, естественно, мнение всегда совпадало, я такой думаю, блин, можешь все-таки не 1100 брать, а 800-ку? Потом, нет, все-таки 1100. Слышите, да, звуки? Вообще шикарно. Прям приятно. Вот, и когда я покатался на 1100, я такой, блин, а все-таки Джереми был прав. То есть, действительно, 1100 менее playful. Вот это максимально. И, ну, это условно просто кому-то в копилку опыта. То есть, если человек хочет мотоцикл максимально такой вот для улыбки, то есть не перформанс, а именно улыбка и легкость в езде, то берите 800-ку. Берите 800-ку, привозите ко мне, мы ее доделаем, как вот эту доделали. Она станет очень красивой, технически подкованной, там, ну, короче, это кайф. Вот, ну, наверное, второе слово, которое можно для этого мотоцикла использовать, это кайф. То есть шикарно и кайф. Конечно, класс, ничего не скажешь. Ну вот, второго круга мы делать не будем, хотя, в принципе, есть желание пойти на второй круг. Если бы я, например, был менее голоден, я бы еще покатался. Но сейчас я хочу заехать поесть, а потом, может быть, продолжим. То есть, вот, как бы сухой остаток для удовольствия максимум – это вот это. Ты ни в коем случае не чувствуешь себя чем-либо обделенным. То есть можно также спокойно лупить по магистралям там до 130 км в час, не держась за руль. То есть, условно, если уже держаться за руль, это неправильно, я так не делаю, но можно там ехать 150. Ну вот 140 спокойно, 130, 140 спокойно, не держась за руль, просто напрягая мышцы пресса и сжимая коленями бак. Вообще класс. Бам-бам-барам-бам-бам-бам-бам-бам. Шикарно. Сейчас заедем, поедим и дальше. То есть вот у меня никогда не было мотоцикла под удовольствие. Ну, вернее, были несколько разных, но они не давали того удовольствия, которое дает этот. То есть ни Мотогуцци Брево 1100, ни... Ничего у меня там, Yamaha Warrior, который я делал в прошлом году. Ну все, на этом пока. Всего доброго, до свидания.